Как известно, для добычи полезных ископаемых используется целый комплекс оборудования. К примеру, для проведения открытых горных работ, а именно погрузки, перемещения и разгрузки добытой руды, применяется горно-транспортное оборудование. Оно включает в себя разнообразные экскаваторы, самосвалы, бульдозеры, лебедки, вагонетки, конвейеры и прочие машины весом от 200 до 750 тонн. Вся техника передвигается по карьерной автодороге, соответственно, эффективность работы зависит от их состояния. Для обслуживания дорог на карьерах, ремонта и строительства новых также предусматривается специальное дорожное оборудование. На Алмалыкском горно-металлургическом комбинате, где на сегодняшний день идут масштабные работы в рамках реализации инвестиционного проекта освоения месторождения Йошлик-1, протяженность карьерных дорог составляет 70 километров. Еще в начале текущего года в дорожно-строительных работах на карьерах предприятия были задействованы 6 автогрейдеров марки ДЗ-98 с эксплуатационной массой 19 тонн и мощностью двигателя 173 лошадиные силы. В марте в цех механизации горных работ Управления технологического транспорта АГМК было доставлено 2 современных автогрейдера с производственной мощностью в 2 раза больше по сравнению с действующим оборудованием. Эксплуатационная масса привезенных из США новых гигантов составляет 32 тонны. Мощность двигателя равна 216 лошадиным силам. Получили новую машину Caterpillar CAT-16M. Машина отличная, комфортная, сделана для людей. И сразу производительность увеличилась. По сравнению со старыми грейдерами, этот грейдер намного лучше. И в управлении намного удобнее. Уже не устаешь, как на старых машинах. Введенная в эксплуатацию с апреля текущего года техника легко передвигается, значительно сокращает расход времени и за короткое время уже успела зафиксировать высокие показатели. За 4 месяца с помощью автогрейдеров CAT-16M отремонтировано 45 километров карьерных дорог, что увеличило производительность труда на 15% и существенно повысило скорость передвижения автосамосвалов, перевозящих руду. Кроме того, ровная дорога надлежащего качества также позволит увеличить срок эксплуатации. Шин БелАЗов. В ближайшее время на АГМК, где добыча и транспортировка горных масс увеличены на 20-25%, для дорожных работ на руднике Кальмакыр и месторождении Йошлик-1 будет поставлено еще 2 автогрейдера. Это, в свою очередь, ускорит процесс реализации крупных проектов на комбинате, значительно сэкономит денежные средства и обеспечит более эффективное выполнение горнодобывающих процессов.